В общем, задача. Вот эти вот сиденья и все, что здесь есть, перетащить сюда. Путь не дальний, но сначала... Кому как? Ё-моё, сколько пауков! Штаны. Есть. Чёрный пауков. Ну, их если не читать. Вот эту рубашку отнеси папе. Ему ткань нужна была какая-то. Так, смотри, Катя, чего, вот где мы освободим место? Ну, давай это еще подвинем. Диван? Есть. Подожди, подожди, надо подумать. Ну да, тут-то плотно все стоит, да? Да, ну вот именно. Так, тут дыра и провал. А как его? Или перевернуть его? Может, а? Да. А тряпки вот эти хорошие оставь его куда-нибудь. Ага. Стой, давай я его вот так. Стой! Что? Стой, отпусти. Вот отпусти, давай. Вот ты не пожалеешь. Мы сделаем вот так. Да? И теперь будем переворачивать. Давай. Это неудобно. Там было за что браться, тут за что... Держаться. Господи. Все? Он рано или поздно упадет сюда просто. Вперед и все. Он не держится. Он... Ну, эта нижняя часть упадет. Он держится. Ну, а то он пока держится. Ты потом... Ну, да. Ну ладно, давай. Что мы делали с ним? Это он сейчас сложит? Стой, мало сложим, мало сложим. Все. Да, все, какие-то. Так, есть. Да. Помыться. What?
Мама? Чё? Мы там это лягушку убирали. Там вот такая огромная была. Ага. Вот такая. Потом там была такая маленькая, такая маленькая. И такая, как у нас сидит. Да. Семья. Да. А теперь в подвал ускакала. Мать в подвал, а теперь другие дырки. Просто, чтоб в яму не залезла, неизвестно. Папа из ямы достала. Так, смотрите. Нам надо сейчас оттуда все перенести сюда. Давайте сиденья составим вот здесь. Они очень тяжелые. Последними сиденьями должны быть вот эти, на которых вы поедете, чтобы мы их не заставили. Ну, брать их, слава богу. Ой. Давайте я возьму с этой стороны, а вы там вдвоем. Стоим. Раз, два. И вот перчатки тоже какие-то взяли. Аккуратно, чтобы никто не поранился. Он упадет сейчас? Подожди, этот стороны не проходит. Что, больно? Куда мы его ставим? Фиг его знает. Буду снимать, на обдевай перчатки. Я буду помогать тебе потом вывозить. Все, мама, я занимаюсь. Как? Да, вчера такая погода была и сегодня, да? Сегодня вообще 90% точно уже было. Сегодня, да. Небо такое чистое. Наверное, уже, да? Да. Можно я сейчас сбоку. Давай. Стой, давайте за одну, а я за другую. Бери одну ручку. Тихонько. Стой. Еще раз. Thank you.
Откуда надо составить? Наверное, еще две тележки принести. И хватит опять получится, потому что я вчера две сюда привезла. Давай, давай. А да были Аленки сыр? Нет, не было. Да, все успешно прошло. Поснимаю тебя. Радость моя снимает меня. Да. А что? Я залезла туда, а там прям до края, вон, видишь? Вот. Конечно, пол тут было бессмысленно мыть, да? Нет, почему? Мы все равно основную грязь оттерли. Ну да. Этим средством помыли сейчас. Ну, конечно, будет бесконечно грязь. Вот сколько там воды. Много.
Что здесь убирать? А, только эти салфанчики, да? Нет, сейчас все обидно. Да, да. Расплакивать свечки. А, ты потом вот здесь вот подотрешь? Да. Она вкусная? Кто учит? Ну, я вот здесь вот надо будет...